Уважаемые клиенты, добрый день. С вами разработчик Тики. И, во-первых, хочу всем пожелать хорошего дня. Во-вторых, сказать, что я здесь. Я с вами. Я не вижу каких-либо проблем, ситуаций. Я абсолютно хладнокровен. И лично моя цель – максимально продвинуть наш сервис вперед. То, что есть некоторые изменения, я не могу сказать, что они глобальные для конкретного клиента, но они глобальные для сервиса. Я не могу сказать, что это надолго. Ведь вы знаете, конечно, всегда хорошо, когда мы идем активно вперед, мы там друг друга радуем, да, и решаем какие-то очень важные, серьезные задачи, получаем лицензию, создаем целый сканер, создаем экспресс, дорабатываем постоянно что-то, улучшаем и много-много другое. Но есть и другая сторона медали, которую надо тоже понимать, принимать. Я никуда не ушел. Я здесь, я с вами, повторюсь еще раз. Я действую в целях этого сервиса. Если бы у меня были другие мотивы, другие мысли в голове, мне было бы проще не выслушивать информацию, которая приходит, да, извне. Потому что голова сейчас занята полностью разработками и улучшением скорости сайта. Я думаю, сегодня кардинально заметно, что сайт работает уже с другой скоростью. Мы на 70% решили задачи. Остались буквально последние на этой неделе. Практически закроем все возможные дыры, которые у нас там возникли. По объемам, да, по нагрузке и так далее. Не вижу я ни задач, не вижу я каких-то поводов. Стоит нам дать только повод, как мгновенно рынок, который состоит из негативщиков, который состоит из людей, у которых там может быть малый баланс совсем, а то и вовсе его нет в этом сервисе. Но дай ему только повод, и он начнет разрывать эмоции. Бесспорно, есть клиенты, которые просматривают материал, да, и задаются вопросом, и они ожидали одно, и есть доработки. Но, во-первых, есть условия, да, есть информация, по которому вы принимаете те или иные условия, когда входите в сервис. А с другой стороны, сервис задается вопросом, как максимально долго проработать, решив некоторые технические и финансовые вопросы, да? И знаете, наверное, здесь больше не финансовый вопрос, сколько технический вопрос, сколько вопрос алгоритмов. И не сделая я данный шаг, далеко бы мы с вами не ушли. Если мне понадобится, если системе, точнее, это понадобится, что ж тут мне, ясное дело, принимаю последнее решение. Но все же. И не дай Бог вам принимать решение за тысячи разных других людей. А если и принимать, то максимально хладнокровно. Думая перед этим тысячу раз. Тысячу раз все взвесив. Тысячу раз все продумав. Поставив себя на место нескольких тысяч. И при этом понимать еще многие другие факторы и только после этого действовать. Я говорил, что идеология сервиса – это там 15-20 тысяч рублей в месяц на сканере. Да? Мне там достаточно тогда было 200-300 бы клиентов, потому что еще до начала. Кто-нибудь возьмите, постройте сканер. Обеспечите огромный объем, посмотрите, как это выглядит со стороны, а потом ругайтесь. Но я рад тому, что есть другие люди, которые нас как минимум понимают, и они с очень серьезной профессиональной жилкой оказались. Здесь, конечно, раскрылись некоторые таланты, но просто совсем с другой стороны. Сейчас речь не о том, что, наверное, уменьшился процент, больше в ваших головах, я вас понимаю. Сейчас скорее у вас мысль о том, что дальше будет.
И будет ли что-то такое, что может вызвать сильный негатив для вас как для индивидуальной личности? Так вот, создать негатив можно мгновенно. Лично мной это тоже не проблема. Стоит мне не быть на связи с вами, или не решать ваши технические вопросы, или запустить все, да, опять же, по полной программе. Но давайте уясним для себя. Если бы мне это было нужно, или разработчикам это было бы нужно, то уже давно бы это сделали. Принципиально важный аспект в рамках этой компании, этого сервиса, нам друг друга понимать. И что бы ни говорили даже действующие клиенты, у которых есть недопонимание, уверяю вас, это многократно лучше, нежели бы я вам объявил или просто написал бы текстом. Куда более худшие условия. К худшему всегда можно прийти. Обиться, стремиться, развиваться, расширяться не каждому дано даже ментально. Да, он может взять и построить проект вам. Да, он может действовать в рамках сугубо личных интересов, но при этом кто-то с ним тоже заработает. Но насколько далеко готов он зайти, насколько сильны его амбиции, мы видим в интернете уже не первый год. Потому я думаю, что нам нужно дать друг другу шанс двигаться вперед. И сегодня такие новости, да, не самые трагичные, я вам скажу. И повторюсь, я уверен, даже больше вопрос не в этом. Завтра будут новости лучше и лучше, потому что график жизни такой, график Форекса такой, торговли, график спорта такой. Не может всегда команда победитель Лиги Чемпионов всегда выигрывать. Нужно где-то делать даун, после этого ап и выше. Может быть 3 дауна, потом ап и выше. Пожалуйста, давайте мы не будем друг друга, скажем так, недопонимать даже на 3-й год развития. Я думаю, здесь все, в принципе, потенциально после данного, скажем так, аудио стало яснее. Мне хочется выразить вам как минимум благодарность за то, что вы когда-то с нами начинали, выразить действующим клиентам, выразить тем, у кого сейчас уже год прошел, и вы все равно остаетесь с нами. Мы не самые худшие на рынке. Мы просто хотим сделать нечто более стабильное, пожалуй. Я не прошу большего. Дать стабильность – это мастерство высшей степени. Великие корпорации, а любая компания, у которой есть большая аудитория клиентов, для меня лично великая корпорация – компания. Пусть не корпорация, а компания. Потому что столько трудов, которые там нужно прорабатывать за ширмой. Принципиально важно. Все, что мы сейчас делаем, важно на нашу перспективу. Вы знаете, я вот в заключение скажу для вас. Я вчера мог вообще выпустить те новости, которые бы вас вообще не обрадовали. И время жизни паники для человека, да, ровно как и радости. Паники, правда, чуть больше, но составляет неделю. Вы бы через неделю успокоились, может, 2, и начали бы искать дальше для себя новые перспективы. Но повторюсь, это может сделать каждый. Прям вот прямо сейчас взять и сделать так. А когда есть шанс, и когда мы друг друга за столько времени уже начали понимать, то этот шанс мы не можем не использовать. И с моей стороны я просто обязан действовать в рамках этого сервиса. И пусть я для вас сегодня, может быть, где-то down, имеется в виду, приспустился, да, на шаг назад, но для многих других людей
это может быть началом, либо продолжением стабильности, за что я в первую очередь, как система, переживаю и сопереживаю эти времена. Думаю, дальше объяснять не нужно. Остальное все предельно понятно. Я сейчас пойду заниматься дальше делами и улучшать систему. И до конца уберу уже нагрузку. Доведу активации до дела. И надо понимать, всегда будут технические проблемы. Всегда кто-то недополучит, да, какой-то небольшой объем людей. Не страшно. Это код, он отправляет информацию, кому-то могло не дойти. Но в течение времени, да, будем стараться сейчас уменьшить, потому что мы сильно работали над нагрузкой, чтобы максимально ее убрать. В течение времени это все будет ускоряться быстрее и быстрее, как в старые добрые времена. Мне просто нужно чуть-чуть еще здесь времени, а вам спокойствия желаю. Ну вот, почти 12 минут. Я пойду дальше двигаться. Надеюсь, мы друг друга все с вами услышали. Пусть даже новички это услышат и будут понимать. Повторюсь последний раз. Всегда можно было закрыть. И много раз была возможность закрыть. Но самый последний человек, кого это интересует, закрыть этого сервиса, это я. Как бы кто бы там ни бил себя в грудь. Неинтересно. А вот подняться, для этого нужно еще терпение и дисциплина. И в этом проекте я ой как многому научился. И ой как много еще мы можем сделать. И говорит вам человек не со стороны, а голос, что не первый день, работает со многими здесь бок о бок. Я не прошу вас доверять. Я не прошу вас нести последнее. Но если вы заинтересованы в развитии этого сервиса, и если у вас были смутные сомнения, пожалуйста, перестаньте бросать эту информацию другим. Посидите и подумайте сами с собой. Если вам не надо, я много тысяч раз об этом говорил. Остановитесь, не нужно. Но если вы с нами, то мы идем и рискуем дальше. А что будет впереди, ни я, ни вы, ни один, ни самый главный человек на этой планете не знает, кроме Господа Бога. Всем хорошего дня. Мы не прощаемся. Вперед. И по полной программе. Ваш разработчик, как всегда.